Спасатели Волжского спасательного центра вернулись из командировки в Казань, где в течение 5 дней помогали своим коллегам из других регионов ликвидировать последствия масштабного пожара в одном из торговых центров. Всего в операции от Самарской области принимали участие 100 человек и 20 единиц техники. Работа была очень сложная, была там и металлические конструкции, и серьезные завалы. Группировка работала круглосуточно. То есть и день, и ночь не останавливались. Ничего, ситуации не было. Все требования безопасности соблюдались, соблюдены. Все, кажется, слава богу, приехали живы-здоровы.